Девчонки, сегодня мы будем делать новогодний дизайн. Мы будем рисовать елку, снежинки, ну и как получится, может, снежок. Так, для этого нам понадобится гель-лак. Я взяла от Parkway, очень красивый цвет, кстати. Я уже намазала одну чипсу. Покажу вам потом поближе. Значит, покрываем гипсу цветом. Вы можете выбрать любой, там темно-зеленый, черный. У меня будет синий с микроблеском. Смотрится как ночное небо. Кстати, гель-лак очень плотный. Достаточно один слой его нанести. Отправляю в лампу. Одна чипса у нас уже просохла. Нужно перекрыть финишем без липкого слоя. Если у вас гель-лак без липкого слоя, все равно перекройте, потому что больше мы не будем перекрывать этот дизайн ничем. Если с липким слоем, то просто потом снимите липкий слой. Отправляем в лампу. После того, как наша типса просохла, мы берем пудру акриловую прозрачную, можно белую, и белую плотную гель-краску. Лопаточку, чтобы присыпать пудру, и, естественно, кисточку, чтобы нарисовать нашу елочку. Что-то оно у меня еще не очень просохло. Надо сушить. Смотрите, чтобы хорошо просохло, потому что акриловая пудра прилипнет там, где нам не нужно. Теперь точно все просохло. Начинаем рисовать елочку. Значит, можно одну нарисовать, можно две. Рисуем верхушечку. Веточки вообще можно в хаотичном, хаотично рисовать. То есть совершенно неважно, какие они у вас будут, крупные, мелкие. Ну вот одна елочка получилась. И нарисую небольшую еще. Добавляем сюда снежочка. Удобнее дотсом, наверное, это сделать. Так. Можно добавить месяц, например. Вчера на хуторе теперь все это дело нам нужно присыпать акриловой пудрой. Кстати, идея. Можно присыпать еще немножечко микроблеска внизу елочки. Да он у меня здесь был. Вот. Вот такой вот беленький мне остался после клиента. Не пропадать же добру. Так. Берем нашу лопаточку и присыпаем.
можно немножечко, вообще еле-еле дотронуться пальчиком, чтобы блеск метался в ней. И теперь отправляем в лампу. Пока первая типса сушится, берем вторую, которая уже тоже просохла, и начинаем рисовать снежинку. Может быть, конечно, разными размерами, но чтобы вам лучше было видно. Получилась снежинка. Немножко кривовастенькая. Ну да ладно. Не все ж в природе идеально, правильно? Так, теперь присыпаем ее. Я, наверное, начну с остатков вот этого непонятного блестящего. Теперь пудра. Вставляем в лампу. Тем временем наш первый дизайн елочка просох. Сейчас мы это вставим. Излишки убираем щеточкой. Сейчас просохнет снежинка, и я покажу вам все вместе. Можно как бы рисовать на двух пальчиках, остальные просто цветом делать. Можно добавить еще какие-нибудь серпантинчики. В общем, фантазии нет предела. Вот наша снежулька. Если вам понравилось видео, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. До новых встреч! С Новым годом!